Yulia Kondakova, representing Russia, took the 8th place in the women's 100-meter hurdles race. Yulia Kondakova, представляющая Россию, 8-е место на 100 метров с барьерами. Юлия, ну как она? Тяжело, очень тяжело. Ужасно тяжело далось. Прям уже сил нет никаких. Юля, сколько раз ты улучшала личный рекорд за эти соревнования? 2. Забег, полуфинал. Хотела в финале, не получилось. Сегодня полуфинал был всего час или полтора назад. Да, было маленький промежуток времени. В принципе, зимой я так люблю бегать. Не успеваешь как бы остыть, не надо сильно разминаться. Но здесь не получилось. Опять старт, как обычно, у меня все очень плохо с ним. Попыталась набежать вторую половину, задел барьер, вся скорость упала, и технически погрешности стали вылезать, которые только можно. Атмосфера на стадионе сумасшедшая. Ужасно, кричали, стоишь на старте, ужасно кричат, ты пытаешься вслушаться, когда будет выстрел. Конечно, поддержка очень сумасшедшая, реально сумасшедшая. Просто. Какие планы дальше? Где-нибудь будешь выступать в сезоне? Ну, наверное, еще какие-то коммерческие старты, потом отдыхать. По поводу зимы не знаю. Либо пропущу, либо пройду ее чисто как подготовку к лету. Посмотрим.